1-2 марта в Москве прошло ключевое мероприятие «Марс» – технологическая Одиссея, на которой зарегистрировались 450 студентов технических специальностей. Первый день был посвящен кратким и емким лекциям на тему инноваций, как и где они создаются, как применяются, как инновации помогают лучше понять потребителя и как они были воплощены на примере бережливого производства. Друзья, я очень рад приветствовать вас на технологической Одиссее. Это мероприятие, которое призвано решить на самом деле две очень важные задачи. Была уникальная возможность спросить о самых сложных и тайных вещах из этих областей от сотрудников компании. Я работаю в сегменте кормов для домашних животных, отвечаю за устойчивое развитие. Рассказывать о том, как можно строить карьеру в технологических направлениях, в отделах разработок, в отделах, которые связаны действительно с технологиями. Второй день был лаконичным продолжением первого. В этот день одновременно прошли 3 мастер-класса от ведущих специалистов Марс. Во-первых, это был тренинг по эффективной презентации. Честно признаться, так как на мероприятие были приглашены будущие ученые и технические специалисты, мы боялись, что на фоне остальных мастер-классов тренинг по презентации будет менее востребованным. Но по восторженным лицам участников мы поняли, что это далеко не так. Здесь проходят мастер-классы технологических направленностей для студентов и выпускников, которые, соответственно, заканчивают такие факультеты в самых различных вузах. Я думаю, что самая главная ценность, которую они получают, это их собственное развитие. То есть, на самом деле, пока они регистрируются сюда к нам на мастер-классе, они берут в руки ответственность за собственную судьбу. И неважно, попадут они в Марс или в какую-то другую производственную технологическую компанию, ребята смогут здесь полноценно себя реализовывать и прямо здесь, на месте, возможно, придумывать уникальные новые продукты и технологии. Во-вторых, были проведены семинары «Деловая игра по R&D». И спикеры-участники настолько увлеклись, что ушли из бизнес-центра Марс Плаза позднее всех. В-третьих, участники прошли деловую группу логистики. На увлекательном примере сбора упаковок DAF они пытались понять основы производства и пути повышения эффективности управления фабрикой. Да, значит, у нас сегодня бизнес-игра. Я буду директором фабрики. Мы будем применять инструменты Lean и внедрять их на нашу фабрику выдуманную. Мы очень надеемся, что для многих технических специалистов наша Одиссея станет настоящим космическим кораблем для их карьеры по специальности. Я даю студентам базовые инструменты Lean. Они очень простые сами инструменты, но наша цель – применить их на практике, эти инструменты, отработать их и понять, как при помощи абсолютно простых инструментов мы можем улучшить работу и повысить эффективность фабрики нашей. Учась в ВУЗе, надо представлять, что будет потом, после диплома. И если вот не ходить на такие встречи с работодателями, то вообще кажется, что ты выброшен в океан просто и непонятно, куда плыть. Это круто.